студия Liberty Films. Режиссер Константин Кокарев. Оператор Елисей Гладников. Саунд-дизайн Андрей Черный. Цветоколорист Максим Миронов. Совместно с Камчатской сноусерф-школой, а также Rip Curl Россия и Альянс Бордшоп Камчатка. Меня зовут Морозов Антон, я с Камчатки. Камчатка — это для меня это родина, мой дом. Да, я очень горжусь этим, что в России есть это место прекрасное. С каждым годом я понимаю все это больше и больше, что Камчатка — это одно из самых прекрасных мест на Земле. Серфинг я попробовал первый раз на Камчатке. Четвертое измерение, можно сказать, жизнь. Слово как «я», как личность. Меня нет в океане. Когда я еду на океан, я очень волнуюсь. И это волнение еще начинается, когда ложусь спать, перед тем, как мы едем кататься. Мне снятся волны, это происходит каждый раз. Как будто ты едешь на какую-то встречу с чем-то неописуемым. И чем ближе я к океану, тем я чувствую себя, живу сейчас, в данный момент. Я делаю очень сильный выдох, когда к нему подхожу. И как будто с меня что-то смывается. И я растворяюсь в этом полностью. К этому я очень долго шел. Ребята прилетели, была пурга и засыпала дорогу. И в первый день мы шли пешком 2.5 часа, около 10 километров. Я до этого снимал серфинг в Португалии, во Франции. Там было тепло, свежо. Здесь совсем другая атмосфера. Лед, холодно. Я, честно говоря, был в шоке. Так как я не был до этого на Камчатке, первое, конечно, что меня удивило – океан. Я в первый раз на океане в России. И, конечно, такой красотой я впечатлен. Особенно вид на том споте, где мы катались, вид был вообще потрясающий. То есть в одну и в другую сторону были горы со снегом. Это просто непередаваемая красота. А когда ребята спустились еще сначала с горы на сноуборде и подъехали на сноубордах к океану, переоделись и пошли сразу в воду, мне кажется, таких мест в мире не так много. Ребята говорят, когда они едут по волне, для них время останавливается. И мы это решили передать с помощью замедленной съемки. Это было большое испытание снимать в таких условиях. Также трудности еще были в плане организации этого всего. То есть нам нужно было снегоход, нарты. То есть нам нужно вязать доски к специальной там сани, ехать на океан, брать с собой чай, еду там и так далее. Я очень счастлив, что мы это сделали вместе. Поехали в новое место. Мы поднялись с Костей на гору, скатились с нее и вышли к океану, где никто никогда не был из серферов. И там не было людей, потому что зима, туда редко кто приезжает.
место и только пару человек. Это было как на Луне. Камчатка – это необыкновенное место. Бывал не раз до этого проекта. Мы снимали сноуборд-фильмы. Меня, конечно, потрясала природа, да и домашние вулканы, которые в городе видно. Я видел залив, и я думал, что это море, океан, что там корабли плавают. Я никогда не думал, что там вообще может быть какой-то серфинг. Да там люди, которые там живут, они не подозревают, что у них есть серфинг мирового уровня. Пытаюсь до людей донести свои эмоции, что я испытываю, когда путешествую там, по миру, по России, еще где-то. Для меня было важно, смогу ли я пройти через воду минус 2 градуса и температуру воздуха с утра минус 14. Это для меня было некое испытание, которое меня как минимум закалило. Теперь болею этим. Зимний серфинг – это теперь часть восприятия вообще серфинга как такового мое. Это что-то особенное. Если не попробуете, вы об этом здраво судить никогда не сможете. Эти чувства стоят дорого.
какие вкусные чувства, вулканы, океан, волны вот эти хрустальные, там вулканический песок, который моментально оседает. На бичбрейке я никогда такого не видел. Волна просто хрустальная. Ты видишь такие неровности на дне из-за течений. Видишь, трогаешь стенку волны, видишь снег и океаны. Я такого никогда не испытывал. Тем более, когда вода минус 1 градус, вокруг лед и сосульки. Это невозможно передать ни камерой, ни словами, ничем. Это можно только почувствовать. Зимний серфинг один бы я никогда бы не попробовал бы это. Зимний серфинг — это всегда, мне кажется, у меня будет, и это есть так. Какой-то дружественной компании с близкими по духу людьми. Это что-то такое интимное, глубоко душевное. Это как будто ты где-то около Бога находишься. Я таких чувств не испытывал ни на Бали, ни в одном другом месте. Это был очень хороший опыт, и я за ребят очень рад, что они это все пережили. Мы пережили это все вместе. И за эти 9 дней это была целая жизнь. Как у нас была очень маленькая команда, всего фактически 3 человека, кто занимался этим проектом. Но настолько атмосфера в этой команде творилась, настолько душевная, открыта, что я не знаю, что сказать дальше.